Здорово, ребятишки. Сегодня делаем грунт для улитки, как называется. Фуры-туры-туры какая-то. Подробнее. Кукала-мукала. Кукала-мукала. Подробнее напишу. И подробнее обзор вам сделаю. Короче, мы взяли кокосовый субтракт. Это грязь. Ничего не видно. Ну, короче, кокосовая кокосовые волокна. Сам кокос, мы его вскипятили, надо вот так отжимать, кидать вот сюда вот, в контейнер, где будет жить улитка. Нам потребуется засыпать 4-7 сантиметра, такая вот грязь. Выжимать надо, чтобы вылилась вода, и выкидывать эту коробку. Улитка, она еще с размера с большой палец. Не туда, выкидываю совсем. Осталось тут штук 10, штук 5 этих. Кокулин вот этих. Давай контейнер покажем. Контейнер показываем, контейнер, вот он. Большой, пластиковый, 15 литров тот. Хотя может показать, что меньше. Это 5 трехлитровых банок из-под компота. Сейчас бы компота был вообще супер. Сейчас сварим, наверное. Вот. И мы варили вот эту вот штуку. Грязь. Грязь. Варили. А сначала был брусочек маленький, где-то как... Полбуханки хлеба. Да, полбуханки хлеба или два куска хозяйственного мыла. Вот. И он превратился, короче, разбух. Сколько? Вот смотрите, это тут уже сколько? Много. Сколько? Много. Грязи от этого субстракта много очень, но ничего. Зато улитка будет в домике жить. Да, зато улитка будет в домике жить. Улитку покажем попозже, когда смонтирую видео. Видео смонтирую. До свидания. Windows Movie Maker, давайте. До свидания, ребятишки. Ждите видос. Подписывайтесь на мой канал. Смешные, забавные видео.